Москве прошла всероссийская викторина «Цифровая экономика». Целью мероприятия организаторы поставили найти и поддержать школьников от 11 до 16 лет, которые умеют работать с криптовалютой, а также создавать решения на базе блокчейна, сообщает ТАСС. В ходе викторины все участники были разделены на две команды, по 4 человека в каждой. А путь к победе лежал через несколько этапов соревнований и оценки жюри. Директор Хорошевской школы, в которой прошла викторина, Елена Булин-Соколова, в интервью с уверенностью сказала, что будущее за цифровой экономикой. «Мы верим в то, что будущее экономики – это цифровая экономика, а будущее образования – это цифровое образование».